ты ничего как вымахал. Так сколько лет уже прошло? Ну да. Ну что, поедем? Да, поехали. Ну что, Петрух, рассказывай, как дела у тебя? Да все хорошо у меня, спасибо вам. Я до сих пор у вашего друга работаю. Ну, отлично. Дядь Сережа. Что? А вы куда тогда уехали? Это долгая история. Так а нам до города минут 20 ехать. Это история о людях, которые всегда были рядом со мной. История эта о моих друзьях.
Представить! Этого я забираю, а этих пакуйте. Сдохни, сука!